Конкурс на определение регионального оператора по обращению с твердыми отходами приостановлен. Такое решение приняли в Федеральной антимонопольной службе после обращения новосибирской компании «Латранс». Жалоба ведомства поступила на действия организатора торгов Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области. Торги приостановлены до 3 мая. Именно тогда рассмотрят жалобу в Москве. Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Вадим Агеенко предложил вовсе отменить конкурс, чтобы привести всю документацию в соответствие с требованием и обеспечить законность при выборе оператора. Представители компании «Латранс» рассчитывают на изменение условий концессионного соглашения. В октябре прошлого года правительству региона было дано поручение расторгнуть действующий договор. Сейчас условия строительства мусорных комплексов пересматривают. Пока информации о расторжении действующего концессионного соглашения нет. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!